Это «Давеча», мы продолжаем. Какое будущее ждет территорию бывшего вертолетного училища? Об этом кировчане спросили губернатора Александра Соколова в ходе прямой линии. Планы на землю уже есть, отметил глава региона. На участке планируется создать кампус мирового уровня, а именно современное учреждение высшего образования, которое включает учебную базу, производственные лаборатории, объекты спорта и культуры, студенческие общежития. Соколов отметил, что образовательный кластер будет направлен на развитие станкостроения, водородной энергетики и биохимии. В День молодежи 29 июня планируется провести церемонию по закладке первого камня в основании одного из объектов, который появится на территории бывшего КВАТУ. Мы подаем заявку на тот проект, который обозначал президент в своем выступлении в послании Федеральному собранию. Он называется «Кампус мирового уровня». Если мы не сделаем современное высшее образование, Кировской области будет крайне сложно конкурировать с другими регионами за молодежь.